Мы, одесситы, 2 мая прошлого года десятки наших товарищей были сожжены заживо фашистскими подонками в Одесском доме профсоюзов. Это военное преступление послужило стартом открытому террору. Это хладнокровное, совершенное с особой жестокостью массовое убийство безоружных людей запустило маховик кровопролития на Юго-Востоке. Сегодня сотни одесситов воюют, а десятки одесситов сложили головы в боях за независимость Донбасса. К сожалению, сегодня нет никакой возможности достойно почтить память жертв трагедии в Одессе. Но мы верим, что свободный Донбасс, ставший нашей новой родиной, соберется вместе с нами на площади Ленина и почтит память жертв нашей общей трагедии. Мы верим, что Донбасс выступит новым центром, государствообразующим звеном нового антифашистского государства на территориях бывшей Украины. В субботу, 2 мая, в 19 часов приходите на площадь Ленина в Донецке, чтобы почтить память наших земляков.